Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая, проходит по всей столице республики. В рамках фестиваля детского творчества «Победы, звонкие голоса» состоялся парад, в котором приняли участие дошколята и юнармейцы Чебоксар. Морская пехота, кадеты, десантники. Юные участники шествия выбрали свой род войск. Впервые в этом году в параде, посвященному Дню Победы, приняли участие дошкольное учреждение Чебоксар. В течение нескольких месяцев малыши изучали строевую подготовку и воинские команды. Родители также активно принимали участие. Помогали работникам детских садов готовить военную форму. И мы гордимся, что именно с дошкольного возраста у нас начинается патриотическое воспитание. Мы патриоты своей родины, мы любим свою республику, мы любим свой город. И, конечно же, если мы не будем это закладывать именно в раннем возрасте, конечно же, о любви дальнейшей и речи не может быть. Под звуки торжественного марша прошли строевым шагом около 1500 ребят. Это и дошколята, и учащиеся учебных заведений столицы республики. Последние принимают участие в таких парадах не в первый раз. Это очень важно для меня, это честь. Наши деды, наши прадеды воевали за нас. Это очень уважительно для нас. Мы обязаны здесь участвовать. Чем раньше человек научится уважать историю своей семьи и своей страны, тем больше у него шансов вырасти настоящим гражданином. И основы этого уважения закладываются в том числе и во время таких парадов. Эти светлые майские праздники несут огромный заряд патриотизма, нравственного духа, и эти люди будут любить свою землю, свою родину, любить своих родителей, уважать старшее поколение и помнить всегда о победе, о героизме народа в этой Великой Отечественной войне. В рамках праздничных мероприятий в Парке Победы состоялась акция «Сирень Победы». Аллею заложили волонтеры, студенты и жители столицы республики. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.